Ну да, играли хорошо, дорабатывали. 0-0. В принципе, устраивает, все хорошо. Молодцы были. Саня, удовольствие получили от игры сегодня? Ну, можно сказать, да. Что получилось, что не получилось в этом матче? Где-то было везение у нас, получилось все нормально. Где-то к своему надо было играть. Чуть были ошибки, но ничего страшного, будем дорабатывать, будем идти вперед, все будет хорошо. В первом тайме у нас мы как бы пытались атаковать, но в то же время были большие разрывы между линиями. Вот, и проходили проникающие передачи, и они выбегали. В них были хорошие моменты, в том числе, когда я ошибся, грубо. Вот, но Боженька нас отвел, и хорошо, что так получилось. Не было такого відчуття, що після явних боїв вони такі більш роздратовані люди? Ну, ви знаєте, завжди такі ігри, по себе знаю, не просто проходять. Завжди злишся, більше нервничаєш, переживаєш. Ну, сьогодні було желання, как бы, і видно, много було такого, как бы сказати, много негатива було, видно, що вони сильно переживають за це. Ну, це футбол, я думаю, ребята переживуть це, і, звісно, тяжело, але я желаю їм побед, але тільки не з Ворскою.